Оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с сотрудниками подмосковной полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии Московской области задержали организованную группу по подозрению в серии мошенничеств в отношении водителей-дальнобойщиков и фирм-грузоперевозчиков. Заключительный этап полицейской операции прошел в городе Домодедово, где аферисты под видом логистического центра устроили офис. По данным сотрудников полиции, мошенники за последние 2 года заработали более 40 миллионов рублей. Аферисты ежедневно мониторили сайты с предложениями о грузоперевозках, связывались с теми, кто давал объявления и обещали выполнить условия контракта. Далее искали компанию или водителя, который мог бы исполнить заказ, перевести груз. В итоге за свою работу он не получал ни копейки, так как деньги оседали на счетах мошенников. Подозреваемые соблюдали конспирацию. Они каждый день меняли название компании и адреса электронной почты. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли у них документацию и компьютеры, а также около 100 печатей несуществующих фирм. Следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В рамках уголовного дела было задержано 14 подозреваемых.